вспыхнувшего романа Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым, никакие условности вроде штампа в паспорте погасить не смогли. А когда в сети появилась видеозапись с дракой законного супруга Ксении Максима Виторгана с ее любовником, публика взвыла от восторга. Итог этой истории известен всем. Интрижка с режиссером закончилась скандальной свадьбой с откровенными танцами невесты и поездкой на катафалке. 7 лет отношений и 3 года брака с красавицей Юлией не удержали Гарика Харламова от связи с актрисой Кристиной Асмус. Общественность с удовольствием обсуждала этот любовный треугольник, который вскоре прекратил свое существование. Теперь юморист и актриса – одна из самых любимых публикой звездных пар, воспитывающая совместного ребенка. Правда, в 2019 году супругов затравили за роль Кристины в фильме «Текст». Супруга Ксении Бородиной заподозрили в изменах сразу после их свадьбы. Летом 2016 года телеведущая сама призналась, что Курбан изменял ей во время беременности. Поклонники были в ужасе, а бесчисленные хейтеры ликовали. Однако супруги вскоре помирились и до сих пор продолжают делиться счастливыми семейными кадрами в социальных сетях. Порядочный мужчина не станет калечить семью из-за легкой интрижки, но это не про Андрея Аршавина. Он со спокойной душой изменял своей гражданской жене Юлии Барановской, а очередная любовница Алиса Казьмина и вовсе стала законной супругой футболиста. Впрочем, ей он тоже был неверен. Пройти мимо хорошеньких стюардесс и длинноногих моделей Аршавину не хватает силы воли. В 2018 году певица Рита Дакота сообщила, что разводится с Владом Соколовским из-за многочисленных измен. Фанаты с удовольствием смаковали подробности скандала. Оказывается, любовниц было много, но почти все они – хорошие приятельницы Риты. После развода репутация Влада сильно пострадала. Даже самые преданные поклонницы не захотели поддержать сластолюбца. Про многочисленные измены музыканта Данка помнят еще с начала 2000-х. Пока его гражданская жена носила под сердцем малыша, артист закрутил роман с Даной Борисовой. А когда в сети замелькали видео, на которых Данка развлекается с другими девушками, все поняли – музыкант испугался трудностей. Одна из его дочерей родилась с синдромом ДЦП и выбрал легкую жизнь на стороне. В биографии этих людей, как в лихо закрученном авантюрном романе, тесно переплелись интриги, любовные измены, ревность, провокации. Впрочем, скандалы идут им только на пользу. Чужое любопытство – залог хорошей прибыли.